Объект — это умные данные. То есть это не просто запись с набором полей, которые программа напрямую читает и пишет. Объект сам контролирует свое внутреннее состояние и обеспечивает его корректность. Взаимодействие между объектами в программе строится на основе тех методов того внешнего контракта, который описан в классе. Методы обычно, как и классы, выделяются на основе анализа предметной области и соответствуют тому, что с объектом можно делать в реальном мире. Например, заказ можно оплатить, можно передать в доставку, можно отменить. Вызывающей стороне все равно, как реализован тот или иной вызываемый ею метод объекта. Вызвав метод, она понятным для объекта способом выразила свое намерение, а дальше все в руках объекта. Он сам решает, что и как нужно сделать, чтобы удовлетворить потребность вызывающей стороны. Например, передача заказа в доставку может на самом деле означать следующее. Это печать сопроводительной документации, отправка уведомления в службу доставки, обновление данных в системе складского учета, отправка смс-ки клиенту и так далее. Все эти подробности от вызывающей стороны скрыты. Такое сокрытие реализации внутри класса в мире ООП принято называть инкапсуляцией.